музыку поставили из джентльменов. Так, ну что? Проверяем. Оп. Оп, все. Писи в писи, все. По линии. Дома. Дома. Все. Все. Здесь сейчас все. Алексей проведет монтаж. Профессиональный. Алексей обиделся, наверное. Нет, собирается. Он как боксер. Психологически. Алексей, не заставляй людей ждать. Смонтируй. Он этот. Три минуты уложишь. Прелюдия у него. Миньона будем включать? Чего не так? Все же писи в писи. Ну, в принципе, если скорость этот добавить, там ты будешь бегать туда-сюда. Да-да-да. Я осознал, что стал таким же, как они, испытав дикий ужас, проснулся. В
Стряхнув остатки сна, я сел на кровать и посмотрел на часы 4:30 утра. На улице почти рассвело. Продолжать спать нет желания. Не создавая лишнего шума, оделся и, спустившись на первый этаж, вышел на улицу. Вдохнув полной грудью утренний воздух, я принялся разминаться, попутно оценивая обстановку. Двое часовых, оставленных Титовым, спят на заранее принесенных пачках минераловатной плиты, прислонившись спинами к забору. Один слегка похрапывает. За ночь температура не опускалась ниже плюс 15, и за домом было вполне комфортно. На безусловных лицах читаются легкие улыбки и наслаждение от столь комфортного подхода к работе. Охотничьи руки стоят рядом. Таким отношением к делу они могут запросто всех угробить. Вернее, не всех, но многих. Нужно научить ребят дисциплине и немного проучить, чтобы избежать подобного отношения к делу в дальнейшем. Снаружи доносится тихое шебуршание и скрежет, подтверждающий наличие зараженных. Прихватив иглы арбалет, я бесшумно направился к воротам. Справа и слева от них обитатели дома устроили травые площадки из поддонов и пеноблока высотой около 2 метра. Импровизированные огневые точки, высунувшись по пояс, можно как в тире расстреливать твари без опасности быть укушенным. Припрятав ружье горе-сторожей за поддонами, я взобрался наверх. Около ворот шастают 5 зомби. Тщательная оценка местности справа и слева по улице чисто. А резкое расположение вот, да, на местности только на руку. Территория отлично просматривается. Старательно прицеливаясь, я вогнал в голову каждого зараженного по болту. Твари почувствовали меня, а одна же начала подпрыгивать около забора, показывая нелепое движение и полнейшее отсутствие координации. У вас, наверное, там сразу такие, да, голову такие, как посмотреть. Еще раз осмотрел местность на предмет зараженных и, спустившись вниз, открыл ворота и вышел на улицу. Извлечь болты и дрожжи. Объясню. Вот рисовал снизу вот эту вот вещь. Сейчас добавлю сантиметрик. Вот так вот. И будет загибать. Да, Алексей? Да. Самым сложным оказалось усадить зараженного напротив безмятежных сторожей и подпереть его. Чтобы придать максимальный естественный упор. Без желания отыскать окурок и ставить труп в рот, но я не стал этого делать. Мое шебуршание так и осталось незамеченным. Плохо прибавится у парней седых волос, когда проснулся. Оставив снаряжение и верхнюю одежду в машине, я направился к бассейну. И с разбегу вошел головой в воду и создал брызг. Вода оказалась довольно прохладной, и я плавал около 15 минут. Смотри, что заусенцев не было. Вот ты как снимаешь, да? Можно напильник. Можно и болгаркой. Болгаркой тоже можно. А он не болгаркой, а болгаркой. И принялся тренировать растяжку. Если не растягивать мышцы, то со временем тело становится деревянным. Нужно постоянно тренироваться, чтобы быть в отличной физической форме. Окончив, сделал 100 отжиманий. Конечно, не профессиональный гимнаст, но и не дядя. После всех процедур направился осматривать гостевые домики. В первом домике не нашлось ничего, что представляет какую-нибудь ценность. Я направился во второй и был приятно удивлен наличием спортивной комнаты, довольно неплохо оснащенной инвентарем. Нужно будет организовать тренировки для желающих позаниматься. Умение хорошо бегать и размахивать ногами не так ли. Поэтому я бегом направился в сторону шума, по пути думая о том, какой переполох сейчас случится. Картина оказалась не той. В 15 метрах от ворот... На три вещи можно смотреть, да? Вечно. Как горит огонь, как течет вода, как работает Алексей. Даже не заметил, он у нас, а оружие сами пропали. Второй не смог вымолвить ни слова, но активно жестикулировал и показывал руками в сторону сидящего трупа. Глаза...
Я и Титов собрали все в большом зале для проведения совещания. Не было только отличий, которые занимались житель Урала от остатков зомби. Всеобщим решением 24 человек Василий Титов был назначен старшим. Да ладно, прям по уровню, да? Смотри. Это так под камеру опять вышкались, да? Возьми, проверь. Не, у меня просто глаз алмаз. Ну, я видел, да. Нет? Нет. Нет? А где ты видел? Ну? Об этом история умалчивает, да? Что об этом не говорит? Наговаривает, Алексей, наговаривает. Обрисовали расположение ключевых объектов города, нужных для выполнения предложенного мною плана. Пол 11 утра мы покинули территорию убежища. Мы пожарили Леха и Андрей, а также ударили Николя. В районе 11 заехали в город. Все, все. Давайте поставим Алексею лайк. Напишем. Алексей молодец. Так бы стоял, вот камера подходил бы, сказал бы, не, я не буду сниматься, и фиг бы чего увидели, да? Вот так бы встал бы и все. Сейчас принесут элемент. А вон же, смотри, еще готово, он там лежит. Парень умело запустил 8-тонный экскаватор в JTB и с радостным лицом умчался в поиске новых приключений. И вот сейчас сюда. А вот смотри, несет элемент, Сергеич. Сразу, а? От середины, да? А, смотри, тоже. Для сельской местности, да? Сергеич, а ты два элемента сняли, да? Два элемента сняли. А ты сейчас у главы будешь снимать? Андрюшка. Да? Короче, там 2 миллиметра. Да, больше 2 миллиметров — это преступление. Два брата акробата. Ну ладно, в основном что здесь получается, объясню. Вот этого элемента. То есть есть вот если видно линии и средняя линия. Взяли этот размер, взяли этот размер, взяли этот размер. Вот. Вот он получился, вот такой элемент. То есть бок то же самое, что и видео с лотка. То есть 6 обрезается, формируется. Это все. И там, правда, этот подгиб по месту подводился. А здесь уже сразу загибается у этих элементов. И просто отбивается. Раз. Вот как-то так вот. Ну, дальше только уже желоб снимать и, может, какие-то еще узлы. Я думаю, все понятно. Давай, Алексей, покажи, как это делается всем. Взял, сломал, отложил. Все. Готово. А вы что смеетесь? Интервью у тебя хорошее получается. Взял, сломал, предел. А это что такое? Ты рассказывай, рассказывай. Ничего не буду рассказывать. Жопышник. Ну, конечно, жопышник. Ну, хрен с вами. В два прыжка оказался между четвертым и пятым.
Короче, псу. Похоже, повылазили. Посол. Посол? Посол. Посол? А что ты такое слушаешь? Офигя у тебя. Покажи, тетя там. Пуля вошла ровно в макушку. Попробуй тут, не сойти с ума. Вот для чего нужна вешалка. Поймал в прицел тварь, бегущий снизу, и, о чудо, попал в глаз. Так, Макар вздулся. Настало время 5:45. Сейчас перепонки очень сильно охренели. Ставив предохранитель в режим одиночного, встретил самого крупного, изображенного мерзким выстрелом. Пуля пошла на рынок, забрызгав и тайцы. Даже открытый рот не помогает. Так можно и глупым остаться. Звон на пару часов точно обеспечен. Перепрыгивая через шевелящиеся убедился, что в квартире пусто и занял позицию прямо на лестнице. Сейчас бы позвонили, звонил бы зайти в гости на чай. Весело, однако. Первая двойка зараженных приняла смерть. Стрелять сверху вниз всегда проще. Поймав третьего на макушку, нажал на спуск. Щелчок. Сука, патрон перекосило. Перезарядив автомат, снял угол чем-то лысому зараженному. Снизу еще бежит. Че ты он там тебе рассказывает такой? Это в районе третьего. Это рассказ? Аудиокнижка. Разворачиваясь к двери, которая ведет к нужному балкону, и делаю три выстрела в личинку замка двери китайки. Стреляю под углом, чтобы ненароком не зацепить единственную сторону. Открываю дверь и вижу молодого парня, не старше 25, с ножом в руке, и позади него девку. Идиоты. Дверь закрыта, а на не стоят. Я ведь мог их задеть, если бы не... Так, переснимаем, да? Линейку упал. На снежного человека. Глазища круглые, как у пекинеса. Алексей, весь внимание. Я глухой, ничего не слышал. Словно нахожусь где-то за стеной. Сейчас идете за мной на полуспущенных. Головами крутим на 360. В случае опасности отступаете наверх. Все поняли? Усердно кивают. Они меня слышат, а я себя нет. Периферическим зрением фиксирую движение и отправляю еще одного зараженного на тот свет. За улицу схватили. Включаю рацию и говорю Васильевичу, что через 2 минуты буду внизу. А тут и не слышу. Для надежности повторяю еще раз, не забыв объяснить причину своей глухоты. Махнув рукой новоявленным спутником, начинаю спускаться вниз. Зараженные идут по одному. С близкого расстояния очень сложно промахнуться. Нужно будет предъявить Васильевичу за неточное количество. По пути подобрал пустой макаров и вернул его по удивлению. И только убедившись в безопасности спуска, продолжал движение. Каждой убитой тварью мысленно считал оставшиеся патроны. Открыв дверь подъезда, практически в упор щелкнул зараженного в голову. Спасенные явно испугались. Парнишка держит пистолет на вытянутых руках. Держит неумело. Все? Секундалафур? Машина продолжила движение. Васильевич начал говорить, усердно жестикулируя руками. Я несколько раз сглотнул, пытаясь разгрузить телефон. Да не в ушах, ну и так далее. Под церковным колоколом.